В самом маленьком театре республики состоялась большая премьера спектакля «Четыре солдата в поисках мира». Эта постановка нова не только для зрителей экспериментального мим-театра «Дождь», но и для самих актеров, ведь на протяжении 30 лет они играли только для детей. Теперь аудитория заметно повзрослеет. Не двигаться! Руки вверх! Не стреляйте! Руки вверх! Не двигайся! На сцене четыре солдата и хрупкая девушка. Героям предстоит сделать сложнейший выбор. Кто жертва, кто палач. На войне эти понятия смешиваются. Ясно только одно. Война может закончиться лишь в том случае, когда кто-то погибнет. Мне было страшно настолько, что я чуть не потеряла сознание, потому что действительно еще очень душно, и они напирают, потому что они же солдаты, они тоже в этих предлагаемых обстоятельствах несут свою роль. Это очень тяжело. Ну вот когда тишина, смерти нет. Чего? Говорю же, не поймешь. Ты этот, как его, философ? Чего? Передать атмосферу военного времени очень сложно, тем более людям, которые никогда ее не видели. Чтобы все выглядело реалистично, у актеров есть проверенные приемы. Мы вместе смотрим фильмы, погружаемся, нам объясняют, как это все происходило, ну потому что война, мы не проходили войну, ну в нашей жизни нет войны. Но мы играем в войну. Это очень тяжело, да. Спектакль поставлен по одноименной пьесе молодого драматурга из Екатеринбурга Алекса Бьорклунда. Художественный руководитель проекта Валерий Проворов уверен, что спектакль необходим в репертуаре театра. Мы сейчас пробуем, экспериментируем, мы берем еще драматический спектакль. Вот этот спектакль получился у нас драматический, «Четыре солдата в поисках мира». И мы для нас как бы еще эксперимент для нашего театра. Но мы и здесь хотим попробовать и поработать, чтобы у нас были в репертуаре и драматические какие-то спектакли. Помимо того, конечно, мы не придаем свой стиль и свое наше лицо. Без поддержки федерального и республиканского бюджета в такие спектакли ставить сложно. В рамках целевой программы театра малых городов коллектив получил новое оборудование, свет, звук. Созданы новые декорации, костюмы. В 2018 году спектакль «Четыре солдата в поисках мира» покажут на 16-м фестивале театров малых городов России. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Арена Гавелян, Республика.